Масштабное ДТП в Беларуси. Под Оршей перевернулся туристический автобус, на борту которого было свыше 50 пассажиров. Погибших нет, люди отделались легкими травмами. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Транспортное средство наехало на световую опору, после чего вылетело в кювет. Автобус следовал по маршруту Киев-Таллин. В нем находились граждане Украины, Молдовы и России. Рейсовый автобус международного сообщения Киев-Таллин, на борту которого находились 53 человека, это граждане Украины, Молдовы и России, перевернулся в 4:30 утра в Оршанском районе. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. После того, как пассажиров осмотрели медики, за туристами приехал резервный автобус, и они продолжили поездку.